очень интересно. Этот Кадиллак — это Ram 1500 TRX. Он едет, друзья мои, ну не так бодро, как это. Стоять! И достать до капота я не могу. Ты шо? Так, рабочая атмосфера, ребята работают. Опа, а Тарас нас куда-то зовет. Ты куда это? Я тебе сейчас покажу что-то очень интересное. Да, вот этот Кадиллак? Нет, этот Кадиллак, конечно, очень крутой, но то, что я покажу, намного лучше. А ну, а ну. Заинтриговал. Ребята, это Ram 1500 TRX. Машинка на самом деле очень крутая. Сейчас мы, чтобы не быть многословными, поедем на ней, сделаем тест-драйв и все вам покажем. Отлично, поэтому погнали побыстрее. А ну давай заведешь, сейчас посмотрим, как эта ракета работает. Офигеть, аж страшно стоять рядом. Короче, не будем тратить время. Ребята, сейчас вам уже более подробно все покажем. Первый раз на такой машине сами ездим. Будем ехать, проверять, показывать, как, что и какие эмоции этот автомобиль дарит нам. Блин, ну она реально высокая, да? Смотрите, для того, чтобы залезть, надо реально поднимать ногу, да? Поэтому... Опа! Поэтому не будем тратить время. Какая она здоровая. Это вообще просто... Ну зато не страшно сильно выезжать на ней, да? Да, ну слушай, на такой машине, я думаю, можно проехать везде просто. Того, что она просто огромна, к этому всему еще добавляется, друзья, 6,2 литра. Двигатель, блин, 6,2 литра компрессор. Ну давай попробуем. Ну давай. О, тихо. Блин, капец, вот это... Ребята, это очень круто, когда у тебя веса 3 тонны, грубо говоря, может даже больше. Сейчас мы уточним. И машина набирает просто, ну... Так, слушай, она очень плавная. Даже Hellcat, ну на Hellcat, конечно, тяжело сравнить, но 6,4 челик, да, Dodge Challenger, он едет, ну, друзья мои, ну не так бодро, как это. Однозначно. Вообще, конечно. Стоять! Мы едем на... Я сам испугался. Что ты скажешь про салон автомобиля? Ребята, ну салон на самом деле очень качественно выполнен. То есть все строчки, все материалы очень приятные на ощупь. То есть кожа комбинирована с замшей, алькантара тоже. То есть все очень приятно сделано как для людей. То есть не отличить его от автомобилей премиум-класса. Тут стоит очень крутая музыка, Роман Кордон. То есть премиальная музыка, салончик очень приятный. Удобно сидеть, приятно сидеть. Автомобиль очень вкусно пахнет. Ну, может, потому что он новый, потому что пробег в автомобиле 200 миль, просто 200 миль. Просто? Новый автомобиль, друзья, новый. Офигеть. Короче, остановились немножко заправить машину, потому что нам не хватит даже просто проехаться. Машина, конечно, употребляет прилично. Да? Слушай, ну размерчики, да. Ребята, а теперь, чтобы вы понимали по поводу размеров этого автомобиля. Мой рост 1 метр 80 сантиметров. И эта машина, наверное, на сантиметров 50 выше меня просто. Очень мягкий, очень удобный, крутой. И я вам скажу, это, наверное, новая мечта по поводу автомобиля. Я не ожидал, что пикап может быть настолько удобным, комфортным и в это время быстрым автомобилем. Это нормальная, ребята, грузинская езда, где люди просто без поворотов, без ничего выезжают на дороге, пытаются тебя подрезать. Ты сначала думаешь, что это к тебе какое-то отношение не такое. Нет, это на самом деле грузины так ездят. Это и для них привычно. Они все джигиты, они все любят так ездить. Ты шо? Ну что, ребята, сейчас мы покажем вам подкапотное пространство этого автомобиля. Это 21 год. Давай заново. Ребята, сейчас мы вам еще покажем подкапотное пространство этого автомобиля. Только перед этим давайте еще раз вам напомню. Это Ram 1500 TRX 2021 года с объемом двигателя 6,2 литра, 712 лошадиных сил.
полный привод, соответственно, и покажем вам под капот. На самом деле ничего удивительного, все в пластмассах, все закрыто, ничего не видно. Но если с этой стороны присмотреться, то видно, что пространства еще достаточно много между бампером, грубо говоря, и самим двигателем. То есть двигатель ушел более глубоко под торпеду. Но, друзья, что интересное, я 1,80 м, и достать до капота я не могу. То есть если человек будет с ростом 1,50 м, ему надо будет стульчик, чтобы закрыть капот этого автомобиля. Ну что, ребята, подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за нашими новостями. Если вас интересует какой-либо автомобиль, обращайтесь к нашим менеджерам, они вас проконсультируют по любому вопросу.